прошло 2 недели с момента предыдущего блога. Был в отпусках, а тут пока вот такие вот чудеса творятся. Рука для сравнения. Это та самая тыковка. Маленькая, которая была. Ставил по 1-2 плода на лозу. И все боковые отростки обрезаю по первому листу. Сладкий перец страдает какого-то животного, которое прогрызает отверстие. Там живет и ест его изнутри. Очень удобно. Острый перец такой проблемы не имеет. Хорошие крупные плоды. Несмотря на то, что растение само по себе не очень большое, уже кое-где начинает краснеть. Участок помидор, которые не подрезались или подрезались мало, в итоге заболел сильно фитофторой, пришлось все листья ободрать, и при этом обнаружилось, что собственно плодов тут раз-два и обжился. В общем, эксперимент показал, что лучше все-таки, наверное, подрезать и контролировать рост. Потому что этот же сорт с более контролируемым ростом дает вот такие вот результаты. Это 2-недельная руккола. Посев был прямо в землю. Страдает чуть-чуть от маленьких каких-то жучков. Кабачки, 4 растения стабильно каждый день приносят пару плодов, когда больше, когда меньше. Огурцы активно плодоносят. Все боковые пагоны подрезались, максимум оставлялся 1-2 завязи на боковых пагонах. Вроде с ним все хорошо, сказать нечего. Сорт хороший, мелкий огурчик, вкусный. Даже если перерастает, то на салат отлично идет. Кстати, о салатах. Солоновские сорта отлично все чувствуют. Красные, красивые такие, зеленые, дуболистные тоже. Но основной продюсер это, конечно, ромен. Большие мясистые листья. Некоторые уже начинают формировать маленькую головку. Физалис просто шикарен. Большие здоровые листья начинают уже появляться в завязи. Кое-где растения начинают цвести.
те кусты, которые были купированы, выглядят значительно больше в объеме, чем те, которые были оставлены. Сколы единичные. Это перцы хабанеро. Наконец начинают массово давать плоды. Но за созреванием еще, конечно, далеко.